кафе, ресторан, красоты до бьюти, творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, Татьяны Салмановны, Мактум Сайфуд. Эксклюзивный на моем балконе. Смотрите, внимание, какая шикарная погода, солнце, деревья, травка. В общем, приготовила себе, пожарила картошечку вареную с одним куриным яйцом, с булочкой. Сделала салатик из свежей помидорки, сметанка, вот, свежий хлеб. Чай, корона Российской империи. Так что сейчас буду кушать. Дорогие друзья, я очень рада, что вы смотрите мою программу, моей творческой студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин, вам очень нравится моя программа. Благодарю за хорошие отзывы. Сейчас я одену шляпу, немножко такое солнце, знаете, как-то вот, даже я вот села так вот не на самом, чтобы оно осветило мне глаза, но все равно нужно шляпку надеть. Такой вопрос поступил по поводу WhatsApp. Есть ли у меня WhatsApp? И можно ли со мной связаться по WhatsApp? Нет, WhatsApp я не пользуюсь, к WhatsApp я не подключена. Так что вот. Надо было больше посолить.
Надо принести сумку. Сейчас принесу. Хотя, может, и так хорошо. В общем, наслаждаюсь солнцем, природой, погодой, шикарное лето началось, с собой, моим балконом. Смотрите, как хорошо, знаете, иметь балконе. Оказывается, видите, какие преимущества: загорать, можно и позагорать. Насладиться погодой и позагорать. И погулять, подышать свежим воздухом. И читать умные книги, а также сделать такое, так скажем, небольшое кафе. И насладиться едой. Едой как искусством. Как говорят, солнце полезное, или рано утром, как у меня мама говорила. Мама мне так любила говорить, Анна Петровна, она говорит, загорать нужно ли с утра, или уже во второй половине дня после 4. Кстати, вот это самое время. Все-таки немножко нужно посолить. Сейчас принесу. Сольку принесу.
снимаю моим ноутбуком. Ну, надеюсь, красиво, потому что здесь солнце, такое солнце. В общем, просто шикарное солнце. Сейчас загрузила новое видео Натальи Борисовны Правдиной. Вот. Сама я его так готовила сейчас еду себе, моему такому гранд. Знаете, такой гранд-ресторан, на моей кухне готовила еду. Смотрела. Правда, не очень внимательно, но посмотрела ее видео. Надо будет более внимательно посмотреть. Приглашает она в Суздаль 6 числа. Это такой детокс ее семинар эксклюзивный. Сколько она сказала, если я правильно поняла, 60, там за сколько там дней, за 5 дней 60 тысяч рублей стоит. Картошечку я варила, картошечка, которую я купила вчера в магазинчике себе Шагу, по очень хорошей цене, кстати. Вчера варила себе на ужин картошечку, кушала с рыбой, с салатиком. Немножко майонез принести. Сейчас принесу немножко майонезика. Ну что вам еще такого, как там, такого рассказать? Все-таки кафе-ресторан красоты да бьюти, что-нибудь такое нужно, что-нибудь такое рассказать об этих кафе-ресторанах. Кетчуп Царский, где была, ну хорошо, Панинсула, знаете, отель Панинсула. Там на первом этаже
когда входите, сразу слева такая барная стойка, такое кафе. Вот. Когда мы там были в 2004 году. А как говорил мой бывший муж, такое место, где собирается, любит собираться даже такая тусовка, даже там актер, он даже там одну знаменитую актрису видел из этого сериала «Друзья». С такими темными волосами, он мне показал, мне как бы, я, поскольку я особо не знала, я как бы не поняла, что это она. Так что вот, такая тусовка. Вот. Ну, наверное, там приходят, как, знаете, там друг друга знают, тусуются. В Америке это вообще принято. Даже в Коннектикуте. После работы, как-то мы как-то, знаете, вот вечером, в бар. Glass of wine или пиво, и там с какими-то знакомыми поговорить, пообщаться, да, заехать. Там люди часто бывают, друг друга знают, да, как у тебя дела, у тебя как дела, какие новости, что там такого. Такое общение как бы. Хорошо очень поспала. Вот кошечки идут, гуляют. Моя хорошая. Легла. Там где-то. Ну, после 3 часов ночи. После 3 часов ночи. Ну, не встала. 3 дня. Хотя я там чуть раньше вставала. Я вставала раньше, да. Я с утра встала. Как же это? Клуб 5 часов утра. Я же вам загрузила. В 5 часов я проснулась в 4 утра. Я легла где-то 00:30 ночи и проснулась в 4 утра. Вот. Там еще постирала в моей машинке полотенце. Вот. Чай. У меня еще был такой чай утренний. Загрузила эти видео, посмотрела. Ну, не полностью я посмотрела. Книжка такая. Клуб 5 часов утра. И снова легла спать и стала в 3. Стала в 3 дня, стала совсем недавно. Конечно, 5 часов утра, если, конечно, ложиться там в 7 часов вечера. Лег в 7 часов вечера, встал в 5 утра. Ну, я так понимаю, Робин Шарма утверждает, что определенная энергия, то есть определенная энергия, энергетика в 5 часов утра, это особое. Ну, надо изучить этот вопрос. Что сказать? Надо изучить. Я всю книжку не читала, у меня этой книжки нет, я просто слышала, что Наталья Правдина рекомендует.
он тоже рано встает. В общем, особая энергетика. Я даже и раньше, если там лягу в 12, встану в 8 утра и чувствую, что я не доспала, мне нужно больше сна. И чувствовала всегда себя разбитой. Хотела поспать. Не знаю, может быть, надо было не в 8 вставать, а в 5 утра, а другие энергии. В 12 лег, в 5 утра встал. Подключился к этим энергиям. Ну, точно сказать не могу. Ну, знаю, что где-то с часу. Слушайте, мужским одеколоном пахнет. Каким-то мужским, или а кто здесь? Я вроде здесь на каком-то балконе где-то, знаете, запахло. Знаете, чем запахло? Ну, здесь же, знаете, 16 этажей же дом этот. Нет, там застекленная лоджия, выше этажом, что ли, знаете, запахло каким-то мужским одеколоном, или каким-то не одеколоном, а этими мужскими какими-то парфюмами. Одеколоном, что ли? Мужским парфюмом. Это какой-то мужчина надушился. Здесь особо никого не видно, никого не вижу здесь. Ну, там мужчина скучает около машины, они ждут заказа в Токио Сити. Мужским. Это случайно не тот? Сегодня сон снился. Снился сон, представляете, я вам расскажу. Блинчики. И сюжет был такой. Зачем мы блинчики готовили, даже не могу понять. Я была такая первая в очереди делать эти блинчики. Там было так, значит, нам много народу, была такая очередь. Или что там? Ну, в общем, народ был. Сзади меня был какой-то парень, мужчина. И я почему-то его пропустила первым. Готовить блинчик. Надо же такого прийти. К чему, интересно? Я вот думаю. Может быть, он где-то здесь, вот с этим одеколоном? Теперь пошли другие кошечки. Нет, она там решила в туалет сходить. Вчера они там любовью занимались, но другие кошки. А сейчас она решила там в туалет сходить. Ой, здесь любимое место около электрического вот этого. Здесь любимое место и у ворон, и в общем тут это свидание у кошек. Этот, у кошек свидание. Возможно, я вам покажу. Они друг на друга пока смотрят. Пока ничего не происходит. Если будет что-нибудь происходить, я вам расскажу. Нет, они решили дальше пойти. Или это та же самая кошечка была? А может быть, это та же? Нет, это та другая была. Или она сегодня с другим котом? Я даже не поняла. Эту кошку я вчера видела. Нет, они пошли. Они стесняются, они не хотят, чтобы за них смотрели. Они туда пошли, в общем. Ну, кошечка пошла в этот Пежо, синее Пежо, 014. Ах, погода сегодня в Петербурге 24 градуса. Показывает, как говорится, на Яндексе погода. Я не знаю, как это трактовать. Я там все это показывала, такие омолаживающие блинчики в моей этой
Life Journal показывала, знаете, жарят там только там прям блинчики омолаживающие по системе тибетских монахов. Какой-то мужчина решил, чтобы я его пропущу вперед. Пропущу в очереди вперед на омоложение. Этот мужчина не был похож на Василия Валерьяновича. Василия Валерьяновича я бы пропустила. Это был какой-то парень вообще непонятный. Ну, немножко так пошутить, понимаете? Немножко посмеяться, как говорится, в этом кафе. Рассказать анекдот. Посмеяться. Слишком здесь машин много есть, поэтому шанса лизе. У меня здесь кошки гуляют. Слишком много машин. Что тут ездить? Куда они там ездят? Там ничего такого нету. Что-то про такая, да, так вообще бывает, так заездят. Там дом дальше, там особо ездят-то некуда. И парадных там особо нету. А что-то мне еще снилось такое. А, знаете, что я хотела? Сейчас засмотрим. Мне очень интересно, знаете, когда Ленин приехал, он же там, знаете, есть на этом, на Ленинском вокзале, куда электрички два острова. Там же стоял какой-то броневик или что-то такое, даже вот в этой штуке стоял броневик, на котором, когда приехал Владимир Ильич, он говорил речь. Так что вот, а он, честно говоря, такой культ вообще был Ленина. Ох, знаете, вот эти вот. Эти значки, вообще все, знаете, надо как-то, знаешь, там в мемори, ну, в общем, посмотреть, заинтернетить. О чем он говорил? Вам интересно? Наверное, кто-нибудь записал, наверное, все-таки можно сейчас, знаете, как-то вот, знаете, поскольку интернет, как там, Яндекс, Ютуб, Яндекс, а, Википедия, много чего знает. Мне вдруг стало интересно, о чем он говорил. Речь. Я, конечно, помню из истории, что мы там проходили, из его речи, я смогла мне ошибиться. Но у него, по-моему, на этом и было построено, знаете, что это фабрики. Это же было, эти люди же работали, были, знаете, вот это вот. А он обещал, эти фабрики, заводы рабочие. А землю крестьянам. А, вот. Он обещал землю крестьянам, а фабрики рабочим. Просто очень интересно, что он еще там говорил. Такого содержательного. Я, наверное, знаете, не знаю, была я там в школе около шалаша, мы тогда с Димой и с Денисом ездили, они, кстати, предложили заехать там кафе, ресторан, шалаш, и этот шалаш Ленина, и даже там есть такой пенек, на котором Ленин сидел, работал. Я там фотографии там загружала. Вокруг этого шалаша он, знаете, огорожен такой штукой, и замок висит. Но когда я там была, замок был снят. Я даже сфотографировалась около этого шалаша. Я туда вошла, ну там ничего, я как бы вошла поближе, зафотографироваться. И там, знаете, такой замочек, ну замочек был снят. Вот. Просто понимаете, те, кто из этого, из Советского Союза, у нас, знаете, вот это само пионерия, и вообще такое все было, в общем, как говорится, культ, конечно, знаете, культ Ленина, культ, правильно я сказала?
на этих значках вот этих вот. Ох, ну что, это я о чем? В общем, я покушала, просто если, знаете, с той стороны, я буду сейчас на солнце, с той стороны загорать. Я, конечно, вам могу это показать. А, книжка, а, господи, а, книжка. Просто хотела не очень такое долгое видео сделать. Автор книги я, «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания», была Александрова Татьяна Юрьевна, 46 лет. Официально поменяла мое имя, что фамилия, Татьяна Салмановна, кто сайт, в 2018 году. Так что вот. Ну что, давайте начнем так. А, карта желаний, сокровища открылась. Может ли простая картинка изменить жизнь? Оказывается, может. Честно признаюсь, не сразу я поверила, что если вырежу красивые картинки из журналов и каталогов, которые отражают мои желания, и сделаю из них карту мечты, то это все материализуется и появится в моей жизни. Насколько эта техника могущественна, я узнала позже. Именно со знакомства с этой интереснейшей техникой начала меняться моя жизнь, качественно, волшебно, неузнаваемо. Именно она заставила меня поверить в материализацию мечты и всевозможных желаний. Это было в 2002 году. Вот. Придала мне кураж и веру в то, что все возможно, если действительно хочешь изменений в жизни. И произошло это достаточно сложное для меня время. Я искала ответы на свои вопросы, и ответ пришел в качестве книг, в одну из которых и говорилось о карте сокровищ. У меня было очень сильное желание изменить ситуацию, в которой я находилась, поэтому я решила попробовать рассудить так, а что, собственно говоря, я теряю? Подумаю, решу, что мне необходимо, что я действительно хочу. Найду красивые картинки, которые отражают мои желания и намерения, и сделаю карту, а почему бы и нет? Может, и правда сработает. Восприняла это весело, с азартом, элементом игры. Элементом игры. Ну, игра такая интересная и увлекательная. Определила сферы моей жизни, которые нуждаются в улучшении. Разделила карту на сектора: финансы, личные отношения, помощники, учителя. Заполнила их красивыми картинками и поместила ее на стене перед своей кроватью, чтобы я могла каждый день ее видеть. А про себя подумала: если я этого хочу, значит, наверное, это будет в моей жизни. Через полгода я действительно поняла, осознала и поверила в то, что если мы доверяем жизни, она делает все, что нам необходимо, о чем мы просим. И с нами происходят удивительные вещи, а то событие, которое случилось, иначе как чудом назвать нельзя. Мне подарили точно такое ювелирное украшение, какое красовалось на моей карте. Я смотрела и не могла сначала поверить в это. Меня охватили восторг, радость, счастье и истинная вера в то, что эта техника действительно работает. Ну и, конечно, удивление. Одно дело, когда советуют другие, и совсем другое, когда это происходит в твоей жизни. Тогда ты действительно начинаешь верить. Я прыгала, смеялась, веселилась и от переполнявшего меня счастья благодарила жизнь, Вселенную и себя за все. Кстати, практически все, что было изображено на карте, на моей карте, появилось в моей жизни, и даже раньше, чем я этого ожидала. Ну, вы знаете, вот здесь, конечно, много там что еще было, и, конечно, что еще не исполнилось, это надо дополнить. Вот, конечно, я так вот написала. Конечно, из того, что это я пишу, это из того, что вот это вот, здесь у меня карта была. Потом я сделала другую, у меня же была одна карта, потом я постепенно добавляла, понимаете? Да, и там вот это не исполнилось, вот что, вот как это было. Ну, я вам расскажу, надо майонезик, кетчуп отнести в холодильничек, чтобы они на солнце, понимаете, если немножко чаю добавить, и туда я буду в ту сторону, я буду загорать на солнышке, поставлю я видеокамеру сюда, сейчас поставлю ее на зарядочку, но с той стороны, понимаете, там солнце в лицо, и на самом деле там не очень четко, ну, я вчера тоже посмотрела, когда я загораю камеру, видеокамеру сюда поставлю, там, может быть, не особые книжки почитаю, зато я позагораю чуть-чуток. Вот, чуток позагораю, зато там не очень такая вот съемка, видеосъемка, ну что сделаешь? Ну вот так, посмотрю, как там будет. Я говорю, что очков у меня этих, сейчас, знаете, очки бы одела, это солнцезащитные.
Вот, ну, в шляпе. Так что вот, так читаю книжечки, почитаем еще эту книжечку. «Наука быть великим». Помимо своей книжки, еще читала книжки из моей библиотеки. Вот. Ну что, давайте на вскидку. На что-нибудь очень тут открылось? Телескопа они изучают небесный свод и создают историю планет. С карты и компасом ведут корабли по бескрайним морям и океанам. Умелой рукой посылают электрические сообщения по всему миру. Знаете, я по поводу компаса бы как-то с ними немножко поспорила. Я же вам говорила, вот эти компасные направления, они менялись в соответствии с тем, что я считала, что это правильное направление по фэншуй. Вот, эти компасные направления вот так вот менялись, и компас показывал совершенно другое направление. Я даже, понимаете, а если вот этот компас покажет этим кораблям неверное направление, а там будут эти рифы или что-то в этом роде. То есть как-то очень так это, как-то я вот сейчас вот прочитала и задумалась. Или это как бы для меня только изменилось направление, а для всех других оно осталось тем, я же точно вот не могу сказать, надо было, конечно, посмотреть, как Перри там, ну, Перри, наверное, он же об этом, наверное, не думал, то есть для него это было другое направление, то есть вообще очень интересно, ну, ладно. Они навеки запечатляют на холстах красоты природы, а вообще жарко. Значит, я возьму, знаете, сейчас туда, или надо сначала душ принять, потому что, или немножко здесь водичка, знаете, как я ходила тогда вот загорать в конец комендантского, в мои 20 с небольшим, я брала всегда с тобой бутылочку водички, потому что там, ну, вот лежишь, на траве там загорала, вот, а чтобы мне очень жарко, немножко водичкой, понимаете, так водичкой нужно себя, в общем, потому что с той стороны немножко, наверное, жарковато будет, ну, сейчас посмотрю. Они навеки запечатляют на холстах красоты природы и человеческие добродетели. Это о чем? О чем тут пишут? А что за голова-то такая? О чем? Самостоятельность личности. Из общения Элизабет Кэдди Стэнтон к американскому конгрессу. Я же не поняла, это обращение Элизабет Стэнтон к американскому конгрессу 18 января 1892 года. А это что тут при чем? Я вообще даже не поняла. Предмет, к которому я хотела бы сегодня привлечь ваше внимание, это своеобразие каждой отдельной человеческой души. Протестантская идея. Право на свободу совести и собственное мнение. Республиканская идея. Индивидуальное гражданство. Обсуждая права женщин, мы должны прежде всего определить, что присуще женщине как индивиду в ее собственном мире. О, смотрите, это речь Элизабет Стэнтон к американскому конгрессу, 1892 год. Ну да. Как индивиду в ее собственном мире, женщине как властительнице собственной судьбы, как воображаемому Робинзону Крузо, но уже со своей подругой Пятницей на необитаемом острове. Почему подруга-то? Ничего не могу понять. Как воображаемому Робинзону Крузо, но уже со своей подругой Пятницей на необитаемом острове. Ее права в подобных обстоятельствах состоят в том, чтобы использовать все свои возможности для безопасности и счастья. Обособленность каждой личности и необходимость самостоятельности должны обеспечить каждому индивиду право выбирать свою сферу. Природа никогда не повторяет себя, и возможности души одного человека никогда не встретятся в другом. Важнейшей причиной того, чтобы дать женщине возможность получить высшее образование, в полной мере развить свои способности, разум и тело, достичь наибольшей свободы мысли и действий, напрочь отрешиться от всех форм
зависимости, обычаев, суеверий и иждивения, калечащего давления страха, является ее самостоятельность и личная ответственность за свою жизнь. Смотрите, вот, суеверие и иждивение, калечившего давления страха, является ее самостоятельность и личная ответственность за свою жизнь. А, кстати, еще сегодня этой зарядочкой занялась. Сегодня у меня будет надеть на балкончике тоже заряд. Но немножко уже даже жарковато в тени. Вот. Первостепенная причина того, почему мы требуем для женщин голоса в правительстве, которое ведет ее, которое ведает ее жизнью, в церкви, добивающейся от нее веры, в общественной жизни, где она важнейшая сила, требует для нее места производства в профессиональной сфере, где она могла бы заработать на жизнь, заключается в том, что женщина по рождению имеет право на независимость, а также в том, что, будучи самостоятельной личностью, она должна рассчитывать только на себя. Неважно, насколько женщины предпочитают полагаться на чью-то помощь, иметь защиту и опору, неважно, насколько мужчины ждут от них именно такого поведения, но так или иначе, женщины должны совершать свое жизненное плавание в одиночку и в интересах собственной безопасности. Им необходимо бы иметь представление о законах навигации. О законах навигации. Сейчас все изучим. Сейчас законы навигации, сейчас мы изучим, чтобы управлять своим судном. А, опять про судно. Ну да, я же это говорю, эти рифы, это эти направления, как, знаете, как в воду смотрел, вот даже к бабке не ходи. Чтобы управлять своим судном, мы должны быть капитаном, пилотом, инженером, стоять у штурвала с картой и компасом. С картой и компасом. Читать знаки на небесном своде, приспосабливаться к ветру и течению и знать, когда поднять паруса. Читать знаки на небесном своде. Ох, какая женщина. Ох, ну да. Кто это? Элизабет Стэнтон. 1892 год. Так, паруса, да, вот это вот. Это имеет значение независимо от того, кто этот одинокий моряк, мужчина или женщина. Природа наделила их равными возможностями перед лицом опасности. В одной и той же ситуации оба могут как выжить, так и погибнуть. Чтобы оценить стремление любой человеческой души к независимым действиям, задумайтесь на мгновение о безграничной самостоятельности личности. Мы приходим в этот мир одни, в отличие от тех, кто покинул его раньше нас. Мы уходим из него в одиночку, в обстоятельствах, свойственных только нам. Ни одна душа, запущенная в море жизни, не похожа на другую. Никогда и нигде больше не повторяется окружение, в котором прошло ее детство, юность и зрелые годы. Как не бывает в природе двух одинаковых травинок, так не бывает и двух одинаковых душ. Понимая огромное многообразие человеческой природы, можно представить, какой потерей для нации является наличие любой крупной необразованной прослойки общества, не представлены в правительстве. Мы призываем к полному развитию каждой личности и прежде всего ради ее собственного счастья и благополучия. Заботясь о нашей армии, мы должны каждому солдату его собственный, чего там, мы даем каждому солдату его собственный рюкзак, оружие, одеяло, чашку, нож, вилку и ложку. Мы в одинаковой степени обеспечиваем их потребности, а дальше каждый человек сам несет свою ношу. Мы призываем к полному развитию ради всеобщего добра, ради достижения консенсуса по всему объему человеческих интересов, по всем вопросам. Но это ж надо. Смотрите. Дальше. Великий урок, которому учит нас природа во все века и времена, это самостоятельность, самозащита и самоподдержка. Самостоятельность, самозащита и самоподдержка. Вот сейчас у меня такой будет
сейчас будет у меня мандаринка, в общем, фрукты, чай, в общем, мне нужно мне положиться в холодильничек вот этот. Ну, это вообще что-то с чем-то. Какая речь? Мы дальше это тоже почитаем, почитаем. Здесь очень интересно, как это давно было, в общем, какая речь, это просто вот это. Я с большим интересом вообще, что тут дальше? Ну да, в защиту женщин. Это как раз, знаете, что-то можно будет взять для метода для Европейского суда по, знаете, по защите прав, как бы это личности человека. Здесь надо что-нибудь такое все взять. Это такая речь, в общем, нужно как-то вот это вот как-то готовиться, в общем, на самом деле, если вот это. Да, в общем, как-то так, знаете, как это, вот как это. Такую речь можно подготовить, имея, знаете, такой большой кругозор. Или, может, и кто написал эту речь, я не знаю даже, вот это. Такой кругозор, и вообще, то есть, смотрите, здесь такая большая речь. Я не поняла, почему этой речью заканчивается эта книга? Если вы не можете сказать то же самое о себе, тогда я попрошу вас принять в свое сердце слова Элизабет Кейди Стентон. Быть великим значит быть способным обрести самостоятельность. Вот. Вот что хочет сказать в книжке «Науки быть великим». Это такие заключительные слова. Он приводит речь вот этой вот женщины. Вот. А знаете, обретении самостоятельности. Смотрите. На этом заканчивается эта книга. «Быть великим значит быть способным обрести самостоятельность». Вот как интересно. Смотрите. Ответ очевиден. Что такое? Кто, я вас спрашиваю, может осмелиться отнять права и обязанности у человеческой души? Ответ очевиден. Никто. Лучше всего об этом сказала английская королева Елизавета I. Я благодарна Богу за то, что Он наделил меня такими качествами, что окажись я за пределами королевства в одной нижней юбке, то смогла бы жить в любом месте христианского мира. Как интересно. Как Елизавета. Я благодарна Богу за то, что Он наделил меня такими качествами, что окажись я за пределами королевства и в одной нижней юбке, то смогу.